Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта. В его работе приняли участие члены окружной общественной палаты, представители администрации и жители. На встрече обсудили вопросы технического обследования многоквартирных домов, находящихся в непосредственной близости от Октябрьского проспекта, где проходят строительные работы, познакомились с представителями подрядной организации, которая в этих домах будет производить замену оконных блоков. На сайте госзакупок указано, что тендер данный не состоялся. Потом появился исполнитель оконный дом, к сожалению, никаких документов по этому поводу нет. Спецификация нам также не предоставлена, нам советовали пользоваться спецификацией, которая была в тендерной документации. Там оказалось, что окна указаны не шумоизоляционные, а обычные, с параметром шумоизоляции 22 дБ. По словам представителя компании, которая, согласно госконтракту, будет выполнять замену оконных блоков, в документации допущена ошибка. По факту, устанавливаемые двухкамерные стеклопакеты обеспечат звукопоглощение минимум до 38 дБ. Мы устанавливаем окна по ГОСТ, соответственно, у нас проверяются все швы, у нас устанавливаются специальные ленты, чтобы это была герметизация швов, соответственно, чтобы шумоизоляцию сделать более повышенной. После завершения установки окон обязательно мы проверяем внешние откосы, если они разрушены, то мы их восстанавливаем. Внутренние откосы мы делаем по умолчанию, и подоконники, и отливы новые тоже ставятся, потому что это программа замены окон под ключ. Всего планируют заменить 2794 оконных блока в 19 многоквартирных домах, в двух школах, поликлинике и противотуберкулезном диспансере. Приступить к работам готовы уже на следующей неделе. Программа рассчитана на 12 месяцев. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.